Так, короче, тот момент, когда слышишь полсекунды трека, и в целом понимаешь, что следующие 4 минуты пройдут охуенно. Space Hippie, спасибо большое за донат, мое почтение. Трип-хопич опять какой-то, наверное, прилетел. Не знаю, что это музло точно. Сведено просто шикарное. Панорамчики, пэдики, вот эти вот все звуки, все клево, приятно слушать. Тут просто, тут моя слабость, тут черная женщина. Вибрато кайфово. Альтернативный ритм и блюз, Так, ну тут опять же, вот в чем подстава таких клипов? То есть, что ты, типа, не уверен, тебе, ну, музло кайфовое все-таки слушать или все-таки смотреть клип? Вот тоже, вот, ну, есть такая проблема, да, вот, с такой музыкой хорошей. Все-таки зайду гляну, что это за жанры. Какой-то альтернативный R&B. Breakbeat to step. Короче, то, в чем я не шарю, но то, что мне нравится, я понял. Типа клево больше звучит, да? Там? То есть, короче... Настоящий металлхед, он не гей, если слушает именно вот такое музло. И это надо как-то обосновать. Как это обосновать? Типа, значит, ну, бочка классно, вот там барабаны нравятся. Если что. Детализация всякая насыщенная, эпичная. Так, истоки альтернативного ритм н блюза. Да блин, ну какие истоки? Тут вещи в клипе интересные происходят, как читать. Future Garage, Dream Pop, Art Pop, Hip Hop, современный ритм и блюз. Ну короче, да, все равно это типа... Электронно-джазовые всякие, типа грязные аккорды в гармониях на пэдах. Вот эти, которые идут, такие фоновые вот эти звуки, короче. Такие... Вот это, блин, как его описать-то вообще? И, ну, качающая пульсация с хорошей просто бочечкой, с абнизом. То есть это приятно слушать. Ну и смотреть тоже. Все, мне не надо оправдываться, БТВ. Я не знал, о чем будет клип. Я послушал, типа, 2 секунды и такой... Все, просто вот, типа, тут сразу прям... Хоп, вот это гармония приятная пошла, ритм приятный, тамбуринчик, все сведено как следует, все просто. Ну и еще и вот еще и тоже, да. Ну да, да. Кто же отрицает? По сути, это же модерн R&B. Типа, да, альтернативный ритм и блюз. Альтер R&B. Инди R&B, хипстер R&B еще называют. Хипстерский R&B. Ну, так-то да, так-то...
Так это и можно описать в целом, точно достаточно. Тирам, спасибо. Как вам музыка, чат, вообще? Только честно. Почему или-или? Потому что не можешь сосредоточиться в итоге. Понял. Музычка как... Чат, подожди. Как вам музыка, я говорю? Сейчас, как вам музыка? Чат, как вам музыка этой песни? Как вообще? Музоном как? Честно. Смотри, бэков, как приятная пачка просто. Куча всего. Почему? То есть подчеркнутые вот эти нижние частоты в голосе, которые у нее мега приятные, придыхание, да, вот все кайфово, все просто супер круто. А вы такие, вы грязные, просто грязные животные в чате. Я вот я не такой, вот я музыку слушаю, да, вот вы, вам только сиськи. Как вам не стыдно? Крутые сиськи, блядь. А вот этот ход, типа, не супер эпичный? Например. То есть, хоп, типа, смотри. Опять же, чем могут быть... Типа... Типа как-то... Вот так. Боже мой. Когда-нибудь я притащу сюда миди-клаву. Она мне нужна просто для того, чтобы, ну, оправдываться. Типа я... Не только сиськи мне важны. То есть... Смотри. Да блин, ну... Слушай, тут даже если с детства печатаешь, то долбанешься, типа. Вот этот верхний интервал, который в квинтуху идет. Все, то есть это пауэр-аккорд. То есть в каком-то смысле этот трек еще и металл. В нем есть пауэр-аккорды. Все. Вот это жесть эпичная ночь. Alice in Chains как бы ставит лайк. Это как какой-то мем, типа вот этот кадр. Просто твое лицо, когда, не знаю, смотришь на очередного абобуса в чате, который не оценил гениальность твоих музыкальных ходов, но зато обратил внимание на сиськи. Спасибо большое, Space Hippie. Ну, что тут скажешь? Ну, вот в этом вечная проблема сисек, да, то есть, что они с одной стороны привлекают внимание к хуёвой музыке, а с другой стороны они еще иногда, как бы, вот, ну, типа, отвлекают от хорошей. Вот, и что делать вообще с этим, так сказать, что делать-то, непонятно, надо было без клипа кидать. Ну, типа, я бы про музыку что-то больше рассказал. Не, ты что, в смысле без клипа? Как это без клипа-то? А прикинь, то есть смотри, вот если я закрыл глаза, допустим, и вот так. Если не смотреть, то что будет? Ну, тогда да, тогда на музыку обращаешь внимание. Реально, вибрато, вон идут крутые, типа. Вопрос, да, типа. То есть, если мне кинуть без клипа, то, с одной стороны, будет меньше удовольствия, да? Мне от просмотра. С другой стороны, я хотя бы музыку разберу. А тут вот, ну, как бы, ну,
Тут она вообще, подожди, не так даже идет, то есть типа не квартуха. То есть оно по-хорошему не должно сюда ложиться, но ложится, естественно, блядь. Ну, как бы, ну, в общем-то, как и у нас по жизни вообще бывает, так сказать. То есть бывает, что как бы, ну, кто-то с кем-то там или что-то где-то. Вот. То есть бывает, что что-то, что ложиться не должно, оно ложится все равно. И, ну, и в итоге хорошо получается. То есть здесь такая гармония, и просто поверх нее идет. Типа... Блин. Потом... Блин. Все, турбо-кайфовый ход. Типа... Вот, то есть, по сути... Такой гитарный риф, как будто вокалами спет. Вот я очень люблю такие ходы. Меня это всегда мега... прикалывает. Но, ну, бля, может, реально, походу, надо музыку-то просто это, ну, так сказать, слушать, вот. Короче, здесь контент вообще удивительно, почему здесь так мало просмотров. За год, за целый. Когда здесь, в общем-то, абсолютно, ну, типа... Все заебись, да, то есть и посмотреть можно, и послушать. А вот что-то как-то это... Что-то как-то, ну... Ну где? Что это такое? Почему так вообще? Как так происходит? Печально, печально.